Любите играть GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах, и насчет бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку этой группе, чем сутки напролет таскать ящики на склад. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. И всем привет, с вами Антромер. И да, спустя целый месяц, может быть полтора, я выпускаю глич в GTA Online. Ну а перед началом ролика я хочу тебя попросить подписаться на канал, поставить лайк. А также не забывай про наш Discord сервер, ссылка на него есть в описании. Для глича нам понадобится ПКП с функцией автохранилища, бункер, также мастерская арена, но это в моем случае, либо же гараж пентхауса казино. И да, в одном из гаражей должна стоять бесплатная легия, ведь именно она будет меняться на наши копированные машины. Также вам понадобится квартира в Eclipse Tower, в которой можно менять интерьер. Такая хата стоит от 900к. Если вы делаете этот глич на ПК, то вам понадобится один человек в какой-либо другой сессии. Это может быть либо друг, либо вообще рандомный чел, если у вас очень много друзей в Social Club, как в моем случае. Ну а на консоли гораздо все проще, ведь там есть сообщество. Ну а теперь погнали к самому гличу. Ну что ж, для начала нам нужно прогрузиться в сессию и поставить место спавна в бункере. Далее просто заходим либо в редактор, либо в сюжетный режим. Но в моем случае я зашел в редактор. После того, как я прогрузился в редактор, я захожу в меню паузы, и там меня прицел на частичное прицеливание. Проще говоря, вам просто на ПК достаточно убрать галочку со свободного прицела. А на консоли все наоборот, вы должны поставить свободный прицел. Ну а после того, как это действие выполнено, просто грузимся в сессию по приглашениям, чтобы нам никто не мешал. Ну и после того, как вы прогрузились, вы должны пойти к своему ПКП, в котором должна стоять машина для копирования. В моем случае это всеми любимая Иси. Я ее просто выгоняю и ставлю так, как это показано на видео. Вы должны поставить машину для копирования максимально далеко от ПКП, но при этом у вас должна быть доступна табличка для въезда. Это вот эта вот шняга, которую в левом верхнем углу. Нужно просто отъехать на максимальное расстояние, но чтобы при этом эта табличка была доступна. Паркуем Иси примерно как это показано на видео и просто выходим из бункера. Далее нам просто нужно телепортироваться к нашей хате с помощью дела. Если у вас не отображается на карте дела, то просто заходим в меню взаимодействия, параметры отображения и поставить показать все. Далее просто заходим на то дело, которое максимально близко к Eclipse Tower и запускаем его в одиночку. Но после того, как мы загрузились в дело, просто присоединяемся к нашему другу, либо же к левому челику. И просто подтверждаем первое сообщение, и затем отклоняем второе. Тем самым лобби багуется, и нас просто телепортируют в другую точку карты. Но после того, как вы заспавнились, просто бегите к своему Eclipse Tower. И да, сейчас начинается самое сложное в этом гличе. Сразу говорю, что этот момент у вас может получиться не с первого раза. Просто заходим в комнату для ограбления, нажимаем меню взаимодействия, и там выбираем дизайн квартиры. Выбираем предосмотр любого дизайна, без разницы. И на этом моменте мы присоединяемся либо к нашему другу, либо же к левому челику через сообщество. Когда вылезло первое сообщение, мы на этом моменте нажимаем Е, тем самым мы переходим к доске управления ограблениями. А второе сообщение мы просто отклоняем. И как итог, когда вы уходите с этой доски, у вас должна пропасть мини-карта. Если где-то после 12 попыток у вас не получается этот баг, то просто заходите в новую сессию и начинайте все заново с Иси. В моем случае мне пришлось так же сделать. Я перезашел в сессию и сделал этот же момент, и у меня все прекрасно получилось со второго раза. Если у вас пропал радар и вообще все, то просто открываем карту. И далее нам нужно также телепортироваться через дело к месту, где у нас стоит бесплатная легия. В моем случае это мастерская арены. Я телепортируюсь на максимально близкое расстояние. Ну а далее мы просто бежим в наш гараж. Ну и нам просто остается сесть в эту элегию и выехать из гаража. Ну а если вы заспавнились на улице без нее, значит вы сделали все нормально. И далее нам остается телепортироваться обратно в бункер тем же путем. После того, как мы телепортировались, просто бежим в бункер.
И далее нам просто нужно сесть в нашу ИСИ и загнать ее в ПКП. У вас появится табличка о том, что хранилище заполнено, вы его подтверждаете. Потому что наша основная ИСИ находится внутри. А то, что снаружи, это лишь копия. Основная машина перенесется на место Элегии в мастерскую. Поздравляю, машина скопирована. И так можно делать до тех пор, пока не надоест. А первая ИСИ у меня переместилась в мастерскую арены. Но более понятно, первая машина просто перемещается на место Элегии. Ну и на этом все, вот такой глич показал. Если я тебе помог, то подпишись на канал, поставь лайк, чтобы не пропускать дальнейшие гличи. Все полезные ссылки есть в описании. А с вами был Антрамер. Всем пока-пока и удачи.